Всем здоров, бойцы и зрители канала Валерки. Продолжаем проходить Deadlight. Вот, продолжаем фигачиться в Deadlight. Ну, а кто не с нами, те сожрут тени. Вот. Итак, мы нашли, короче, в прошлый раз крысиного сына. Ну, вот, крысиного сына нашли. Пробежали от вертолета, убежали от нового закона, я так понял, да? За нами он на вертолете летел, короче, стрелял, там всякая такая... была бойня, вот. И потом мы снова потеряли крысиную Children, вот. Сейчас нам нужно снова найти его. Ой, враг обнаружен. Хера это? Беги, Рэнди. А, снова что ли бежать? Да ладно, ты прикольнулся? Я к этому не был готов. По новой бежать надо. По новой от вертолета. Мы, значит, не убежали до конца от вертолета. Так, погоди. Вот так вот. Вот так вот. Давай. Давай, Рэнди, беги. Беги, беги, беги. По лестницам просто через ступеньки перепрыгивай, давай. Оп. Ноги не сломай. Так, оп. Молодца, молодца. Четко. Давай, 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 на лестницу. Да ладно, я не успею. Я же не успею, ну, а как? В смысле? Я по лестнице по этой не успеваю пробежать, ну. Что за фигня? Блин, я опять все ноги сломал. Это покруче, чем, знаете, этот, на мобиле была игра Вектор, короче, помните, да, такая? Это посложнее будет. Хотя там тоже запарные моменты были. Да чё ты башкой-то стучишься, ну? Я же нажал, я два раза нажал на С. Ты какого хера ничего не сделал, а? Я так и буду здесь погибать, блин. Твои башмаки тут на заставке смотреть. Опять я ноги сломал. Твою мать. Если тебе говорят беги, значит беги. Не надо там. Давай, беги. Да опять ты башкой стукнулся, ну! Что за херня-то? Почему ты не кувыркаешься, ну? В смысле? Погоди. Я хочу проверить. А, здесь хрен проверишь. А там, может, там куда-то надо прятаться, я не знаю. Потому что это реально какая-то жесть. Убьют? Убьют, конечно. Конечно убьют, чё? Какая-то жесть. Короче, у нас серия будет чисто на одном месте, будем бегать. Run, man, run, man. Давай, 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 давай. Бегом, 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 бегом. Вот какого хера? Меня сейчас убьют, смотри. Я по-любому не успею здесь подняться. Чё за фигня? Как? Вот как там? Ах, ты опять ноги сломал, ну. У меня ног-то столько много нет. Бегом, бегом, Рэнди, бегом. Бегом, 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 бегом. И что ты? И что? Вот это вот что сейчас было? Что вот это вот сейчас прислонился? Ну, что ты погладил эту стену? Дебил. Беги давай. Ты мне тут не глупи. Не глупи мне тут. Давай, 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 давай. Куда ты спустился-то?
Ну ты дебил, ну или как? Или где? Или с кем? Ну кого ты? Ну! Баран, а? Во, баран. Твою мать, ты лесничий, ты должен бегать тут вообще как, не знаю, кто. Ты сраный егерь. Или кто ты там? Горный смотрящий. Горный козел. Давай. Бегом, 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 бегом. Да что ты опять отпустил эту лестницу, ну дебил. Слышь, ты... Он задрал. И пули еще не долетели, кстати. Я бы мог сейчас стартануть. Резко стартануть. А-а-а. Рэнди, это была последняя пара ног, короче, которую ты сломал. Понял? Давай, 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 давай. Здесь мы вроде разобрались. Здесь ты не кувыркаешься, но ты, но ползешь. Но можешь ползти. Да что такое? Хера ты отлетел? Рэнди, Рэнди, Рэнди. Что ты делаешь, Рэнди? Что ты делаешь, Рэнди? Что ты делаешь, Рэнди? Да run, давай, run, run. Motherfucker run, давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Беги, беги, беги. Вот только попробуй мне не залезть на эту лестницу. Я тебя кастрирую нахер. Беги, Рэнди. Давай, давай. Враг обнаружен. В смысле, куда? Чё? Где ты, парень? Да какой нахер парень? Тебя чуть не пристрелили тут. Хотя пристрелили уже раз 10, наверное. Ох, Рэнди. Так, топор. Аллилуйя. Аллилуйя. У нас теперь есть топор, мы можем дать по щам. Дать по щам теням. Сюда иди. Хац, хац. Хац, хац. Хочешь лежать нахер? Ну пополам просто смотри, видал? Да лежи, тебе сказали. Тушка, тушка ты толстая. Так, давай отдохнем немножко. Немножечко. Пролетели, падлы. Мы все-таки здесь. Ладно. Так, окей, вниз. Ни черта нет, да, здесь. Здесь ни черта. Хера он там дверь закрыл мне. Пошел вон. Смотри, какой стойкий парень-то оказался, а? Лежать оба два. What the fuck? В смысле? Ладно. Да насрать на этого. Да хватит меня жрать, ну, падла. Сдохните, оба, ублюдки. Муа. Он выбивает так дверь. Муа. Муа. Давай. Опа, пошел вон, пошел вон. Пошел вон, я сказал. Пошли в жопу. Съели. Не успели меня даже застрелить. Почему такая жопа началась? Почему такая запара? Да что ты? Нет! You, лежать! Слышь! Добил. Добил. Выносливость кончилась. Дура. Пошла вон. Да падай ты уже с ног, ну! Чё такая стоячая-то? Это просто какой-то невыносимый, невыносимый ад. Я вот не понимаю, погоди. И дверь мне... Смотри, они стреляют. Вообще просто. А может мне пригнуться надо, нет? Хотя нет, не поможет, не. Чё я? Я сам себе просто вру сейчас.
Какое там присесть, а? Чего вообще? Да падайте, ну! Умри. Я ему башку, смотри, отрезал одному ногу. Просто. Какой-то трэш. Побежали. Опа. Оп. Да отвалил нахер от меня. Выбивай дверь. Молодец. Аптечка. Фу-фу-фу. Пускай они там воюют сами с собой, короче. Черт, парень, нужно найти его. Да он нахер мне не нужен. Мне нужно вообще свалить отсюда. Плевал я на этого парня. С высокой колокольни, нахер. Да что ты спотыкаешься? Ты можешь перепрыгнуть нормально? Хотя бы ящики. Фу, это было просто жестоко. У нас не хватает топлива, нам лучше вернуться на базу. Давай, давай, кш-кш-кш, вали отсюда. Не нужен мне тут. Ты ранен? Какого черта ты убежал? Да, какого черта? Я в порядке, я знаю обходные пути. Они пытаются убить тебя, парень. Задумайся об этом на секунду. Дай мне помочь тебе добраться домой. Какой самый быстрый путь по земку отсюда? Есть канализационный люк на другой стороне парка. Тогда пошли. Беги! Так пошли или беги-то, определись. Run. 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 Run, младший крыса, run. Смотри, какие дома, да, там небоскребы просто возвышаются. Смотри, мороженое, газировка, мороженое. А, хот-доги, хот-доги. Цензура? В смысле? Хот-дог и, главное, цензура, смотри. В смысле? Что, а что там такого нецензурного в хот-доге? Сосиска? Ладно. Опять видение. Лидия? Моя милая Лидия. Вот он, завернут в кровавую бумагу. Кулон моей дочери Лидии. На бумаге послание детским почерком. Следуй путем, что указал мне. Да ладно, мы нашли кулон, короче, своей дочери. Какого хера? А как он здесь оказался? В смысле? Непонятно. Опа, мусорки. Как же, вот, как же мы не смогли, чуть ли не пропустили мусорку. Так, а в мусорке у нас кусочек нашего дневничка. 29 мая. Кажется, я схожу с ума. Две ночи назад, когда группа остановилась отдохнуть в хибаре, который мы зачистили, я услышал шум в задней комнате. Это не был обычный шум. Это был детский голос. Голос маленькой девочки. Никто в это не поверит. Но после того, что мы пережили с этими мертвыми... Я уверен, что это был голос моей дочери. Я отправился в заднюю комнату и смог увидеть ее в полумраке. Лидия была там. Ее глаза, как факелы, сияли во тьме. Она была одета, как и раньше, как принцесса. Кто-то включил свет, и Лидии больше не было. Галлюцинация исчезла. Это Карла, одна из близняшек, украла голос моей дочери. Была одета, как она и звала меня в тишине. Я не знаю, что происходит, я больше не могу доверять своим ощущениям. Падла это Карла, поэтому, наверное... Рэнди и застрелил ее. Не дала досмотреть галлюцинации. Окей. Опять попался. Где ты был? Помоги мне. В смысле, где я был? Дерьмо. Просто сработано как ниндзя, да? Что с тобой, черт подери? Почему ты не стрелял? Они чуть не убили меня, чувак. В смысле не стрелял? С чего я тебе буду стрелять-то? Моя дочь. Прости, я видел ее. Чувак, твой папаша забрал у нас револьвер. С чего я буду стрелять? Там никого не было, только тени за тобой. Пошли сюда. Крыса знает, что ты не выберешься отсюда снова, парень. Я накажу тебя, ты научишься вести себя. Я выяснил, где ваши друзья. Они отвели их на стадион совсем недавно. Стадион? Вначале это было самое безопасное место в Сиэтле, даже больше, чем Space Needle. Крепость с высокими стенами из цемента, защищаемая военными, но теперь... Они превратили ее в еще один ужасный круг ада. А моя жена и дочь? Что они?
Я смотрел и слушал, старался. Я не смог найти никаких их следов. Если их тоже схватили эти люди, то ваши друзья могут знать. Мне нужно идти. Я уже потерял слишком много времени. Будьте осторожны, мистер Уэйн. Эти люди опасны. Так. Ну, если крыса не знает, что наша семья там, то я так подозреваю, что их там нет. Согласно крысе, если я пересеку парковку, я окажусь на стадионе, который использовали как укрытие для выживших. Но, как бы, проверить все равно стоит, тем более там наши друзья. Вот. Так. Я вот не могу понять, а где наш пистолет? Не стрелял. С рогатки, что ли, стрелять? Охерею. Или я где-то пропустил пистолет наш? Нет, у нас здесь... 1, 2, 3, 4 не работает. 5, 6, 7, 8. Ладно, окей. Так, ну здорово. Да куда ты повернул? Куда ты ударил-то? Лежать. Ах ты, падла. Давай, давай, отдохни, отдохни, Рэнди. Да твари, ну! Падлы. Блин, их тут много, слишком много. Да съедят же сейчас, Рэнди. Пошла ты, тварь. Так, 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 так. Покажи, куда, куда. Так, здесь что? О, револьвер, револьвер. Давай, закидывай. Шкафом все нахер. Отлично. Взяли, взяли пистолет. Мы спасены. Так, а как мне поменять? Нажмите колесико вверх-вниз, понятно. Сейчас патрончиков наберем. Я так полагаю, здесь можно патронов наживиться у него, да? Нет? Еще, смотри. До бесконечности, да? Ну, как до бесконечности, до конца набрать. Давай, 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 давай. Ну, рожай, ну! Ты родишь еще мне патронов, нет? А, все? Все, 18 тут. Окей, теперь нам аптечку бы найти. Аптечку бы! А, замок, ну конечно. Дай мне еще патронов. Ладно, я перезаряжусь, а теперь ты мне дашь еще патронов? Молодца, красавчик. Так. Оп. Отлично. Отлично, только что нам это дало? Нам это ничего не дало. Нам надо вот так вот сделать. Потом сделать вот так. Отлично. Так, я полагаю, нам на машину теперь, да, надо? Наверное, спрыгнуть как-то. Или... А, ну смотри, нет, можно вот так сделать. Так. А вот теперь можно на машину. Марьяна сейчас упадет. И раздавит. Эпичментс. Эпичментс. Просто. Рэнди фаталити. Так, эта херня не двигается, да? Значит, нам надо вниз. Я понял. Унин. Ну давай, ты один здесь. Но! В смысле? Он как бог прошел. Что с тенью не так, а? Умри. Умри, я сказал. Не двигайся даже. А там что кровоточит? В смысле, ты видел? Там такое ощущение, как будто... Умерла тень. Так, что нам делать теперь? Ну-ка, подскажи.
Ха-ха, прикольно. А что делать-то? Нам, короче, смотри, я вижу... Ой, я тупарь, ой, я затупил, а? А как мне теперь туда наверх-то пробраться, а? Скажи мне, на милость. Так. На машину. Вот так. Понятно. А вниз я только зря пошел. What the fuck, а? Пошли в жопу. Чё она там? Она перила грызет. Больные, больные просто. О, опять по новой. Но я-то знаю, что теперь мне не нужно отправляться туда, вниз. Да ломай. Молодцы. Ай, молодцы. Пошли в жопу. Так. Здесь ничего нет. Ничего здесь нет. Поднимайся резче, смотри, как бежит. Голодный, наверное. Так. Так. Ништяк. Кассета с детскими сказками, которую я нашел в кассетном плеере. Особо она мне не поможет, но я уверен, что некоторые сказки принесут приятные воспоминания о моей дочери. Ну так, секретик. Секретик нашли. Отлично. Сказки. Сказки красной плесени, наверное. Так, чё, вниз? Оп! Твою мать! Да пошел ты нахер! Валил! Быстро! Да! Чик-чик-чик! Окей. Окей. Блин, а там может какой-нибудь сюрприз или какая-нибудь, не знаю, ништяк. Ну ладно. Не буду я рисковать. Так. Так, так, так. Эти люди из нового закона используют это сообщение, чтобы заманить невинных выживших. А нахера они это делают? Они какие-то эксперименты проводят или что они делают-то с этим, с выжившими? Так, смотри. Либо туда, либо, наверное, вот сюда. Иди. Вон у нас. Пошел вон. О, смотри, там бегут. Ну пускай бегут. Сейчас мы их подождем. У меня патронов на всех хватит. Будки. А, ну. И так сойдет. И так нормуль. О, ну привет. С тобой-то мы разберемся. И топориком. Оп, чик, и головы нет. Так, два патрона. А что еще здесь? А, вон, смотри. Может, даже вот так, смотри, можно, да? Чтобы патроны не тратить. Один незнакомца, АГ Фиш. Фиш, чувака зовут Рыба. Крыса, рыба. Других-то имен не могли придумать. Окей, побежали, побежали. Да отвалили. Ну блин. Ну почему? Ну зачем так? Почему так жестоко? Один мы взяли, да? Я думаю, да, у нас сохранилось, я думаю. Судя как у нас было раньше всегда. Блин. О, аптечка. Отлично. Используя аптечку. О, сразу все, всю шкалу жизни, короче, мы с вами починили. Опа, а туда не допрыгнуть, да? Ясно. Точно не допрыгнуть? Ну-ка еще раз попробуем. Нет, не допрыгнуть. Смотри, что там? А, Joy Boy опять у нас. Плакат. Мысли. А. Там решетка, что ли? Ну ясно.
решеточки. Так, давай-ка вот сюда запрыгнем. А, вот теперь можем туда. Все ясно, понятно. Все ясно, хорошо, но только... Только я что-то не могу понять, зачем. Зачем мы это сделали? А, ты смотри. Смотри, как тут хитро-то. А там-то здания-то нет ничего. Там не было прохода в здание, это, в домик. Нет, тени повсюду, их тысячи. Стадион не станет вечно безопасным убежищем. Так, окей. 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 Опа! И бегом, бегом, бегом. Опа! Опа! Ну, я так и знал. Так. В принципе, я так и знал, потому что эта машина, она так выделялась всем. Когда-то это был изумрудный город. Больше нет. Сиэтл. Смотри, там на заднем плане все так разрушено, да? А, мы, короче, пробрались на стадион, походу, да? Ну, иди сюда. Блин. Быстрее, перезарезай. Перезарези. И умри. Так, здесь больше нет ничего. Мешки с цементом. Тут какая-то стройка, да, была? Так, походу, дело... Надо вот так вот делать. Ну чё ты? Молодец. Поменялись местами. Ага. Ага. Как все замудрено-то, да? Опа! Чувак не стал меня ждать, короче, просто самоубился. Отлично. Все шикарно. А вот и стадион. Давай, оставь его в покое, мы разберемся с ним скоро. Он всего лишь бедный старик. Этот козел сказал, что настоящие военные спасут его. Кто он думает, мы такие? Ну, этот бедный старик ударил меня. Это не конец, ты слышишь меня? Короче, одного из наших. Это Бен, да? Это Бен. Его мучают. Так. Утеряна страница моего дневника. Окей. 86-й год, 7 января. У меня был посетитель на горе, Бен Паркер. Забрался, чтобы посмотреть, как тут идут дела. Этот Паркер умный старик. Он американец, но прожил с нами много лет. Как часть общины. Бен родился в соседней стране и сражался с этими коммунистами во Вьетнаме. Когда он вернулся домой, его не особо жаловали, ему пришлось искать новый дом. Родина, которой ты не нужен, когда ты отдал за нее все. Это как отец, который бросил тебя, когда ты был ребенком. Он приехал сюда со своей женой, которая была больна. Горный воздух хорош, мы можем дышать, говорят люди. Однако это не помогло. Она очень скоро скончалась. Бен работает пилотом. Он помогает спасать людей на вертолете. Он представляет туристам лучшие виды в Канаде, с его слов. Мне кажется, что ему одиноко в городе, поэтому он взбирается на гору, чтобы поговорить со мной. Мы хорошо ладим, он приносит пиво и начинает злостные речи о русских. Русофоб, что ли? С ними он не ладит. Мы оба думаем, что скоро будет еще одна война, которая сотрясет основы мира. А лучшее место для защиты будет здесь, на этой траве, которая сейчас вокруг нас. Снова, блин, русских приплели. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так. Бен, мой друг. Он жив. Какого черта? Нельзя терять ни минуты. Они уже загрузили запасы на вертолет. Мы все еще должны остановиться в убежище перед тем, как вернуться на базу. Пошли. Сейчас мы увидим, кто смеется последним, старик. Ох ты, ублюдок. Ох ты, сраное говно. Бен, сопротивляйся, сопротивляйся, я сейчас. Нужно добраться до Бена.
Бен, эти ублюдки из нового закона пытают Бена и хотят скормить его чертовым теням. Я должен торопиться. Бен, давай, держись, я сейчас. Я сейчас. Так, погоди. А там-то я не смог, да, перепрыгнуть? Ладно, Бен, давай, держись, я сейчас. Так и держись, Бен. Так. В такие дни, как сегодня, даже такой парень, как я, поверит в Бога. Ух ты ж них! Ох! О! Это... О! Я, кажись... Кажись, я кончил. Это же... дробаш! Это же ружье! Твою мать! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Не так быстро. What the fuck? Сдохни нахер. Так, ладно. Бен, держись, держись. Сейчас приду, а там от Бена одни пятки остались. В смысле? Чё там? А, полстина. Не понял. Так, окей. Здорово, ребята. Я сделаю так. Вот так. Супер маневр. Я сделаю вот так. Пошел. Ах ты, 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 Похоже, что здесь было убежище, когда началась болезнь, а теперь это ненормальные, хранят здесь припасы, которые украли. Так, окей. Погоди. А, надо на ящик, короче, да, сюда. Потом вот сюда. Так. Дальше как, куда? А, вот сюда. Я понял. Так. Окей. И все. Делов-то. Но! Но! Так. Отвали! Отвалили, ну! Резче, резче, резче. Отлично. Оп. Ты что творишь? Пошло в жопу. Так, ковыряйся там, быстро. Доклад о протоколе военных действий в укрытии, которое было построено на стадионе Сиэтла. Похоже, что они хранили здесь остатки провизии города военным... А, все равно не успел прочитать. Окей. Огнетушитель-то не взять, нет? Погоди, смотри, у нас... Блин, патронов-то вообще... Осталось. Надо пореже как-то пользоваться. А то что-то... Что-то начал налево и направо тратить патроны. Так. Сохранка прошла. Окей, друзья, окей. Давайте сделаем такую... такую вот концовочку, короче. Вот, интригу такую сделаем. И закончим серию, потому что время уже подошло, вот. А дальше я не знаю, что там будет твориться. Может, блин, не знаю... Вдруг затянется. И кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Обязательно комментируем. Вот. И если нравится, то делитесь с друзьями, да. Зовите друзей. Чем нас больше, тем больше интересностей всяких. С вами был Валерий.